воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене людина дуже цікава, неординарна, це саунд-продюсер Олександр Дон. Вітаю у нас в студії, радий тебе бачити. Взаємно. Як справи взагалі, що нового у тебе, які проекти, може, цікаві є в роботі саунд-продюсера? Ну, в преддверии Нового года, в котором мы сегодня находимся. И основной и главный продукт — это оборотные деньги шоу-бизнеса. Все крутится вокруг празднования Нового года. И сейчас самая лучшая пора для всех артистов. Все зарабатывать это... гроши за целый рік, за один день. За вот весь год, который был, весь заработок приходит сейчас. Поэтому лично я, как и все остальные представители этой нескромной профессии, все сейчас максимально комфортно себя чувствуют в условиях активных гастролей. Вот. Собственно, ну, это мать вокруг... на увазі, что они непогано себя відчувають в плане, что зараз они заробляют какие-то гроши, а потом в январе на Бали. Да, в январе на Бали уже с заработанными мешками денег, конечно. Тобто у нас настільки все непогано, що, в принципі, наші артисти так багато заробляють. От як, наприклад, в Мінськ поїхав Вакарчук, це наш депутат, дуже його поважаємо. І кажуть деякі ЗМІ, що він заробив приблизно 100 тисяч доларів в Мінську. Ну, у нас такі ж самі ціни на корпоративі, чи може трошечки менше? Цены бывают разные, и типа, не, ну, есть некоторые, скажем, как правильно сказать, ну, в общем, я палить контору не буду, поскольку, ну, вообще корпоративные номера в лучшие времена доходили и повыше, цифры были гораздо выше. Ну, как бы это чисто... Ну, краще часы и цены зараз, да, зараз трошечки, я так разумею, трошечки... Да, прекрасное время, прекрасное время. К нам перестали ездить, ну, наверное, с точки зрения зрителей... К сожалению, с точки зрения артистов, к счастью, почти все российские звезды. Вот. Какие и... забирали кассу, в принципе. Так, да, конечно, сказать? Конечно. Ага. Там Стас с большой лопатой. Вот. А по большому счету сегодня произошло импортозамещение. Вот. За последние несколько лет появилось огромное количество отечественного артиста, который по качеству продукта во многом даже лучше, чем... не украинские артисты, вот, а по, скажем так, делению аудитории, они как раз нашли свою аудиторию, свое место в нише, которая была занята, конечно, и сейчас, когда происходят некоторые изменения, и вообще, типа, шоу-бизнес, как бы, происходят метаморфозы некоторые с ним, я думаю, что в этом году особенно... в шоу-бізнесі відчувають значительно краще, в общем, ніж у всіх предыдущих годах. Наступне питання. Я знаю, що ти власник студії музичної, але позиціонуєш себе як саунд-продюсер. А яка різниця між саунд-продюсером і людиною, яка пише аранжировки? Ну, типа, студійною мишкою. Тому що люди, чесно кажучи, не дуже розуміють, чому... Я понял, да, вопрос. Є несколько категорій, условно говоря, как бы работников закулисного, ну, скажем так, формата. Да? А потому что, когда мы видим артиста на сцене, это только одна из нескольких составляющих, которые представляет как бы, ну, вся команда. Есть композиторы, есть продюсеры генеральные, есть саунд-продюсеры, есть аранжировщики, потом инженеры по звуку. Это большая команда, и я не беру еще визуальную часть, балеты, свет, видео и так далее. Это целая гигантская компания. А если мы говорим, чем отличается как бы, студийный работник от ну, так называемого от американского словосочетания саунд-продюсинг, саунд-продюсер — это человек, который отвечает за создание образа, звукового, музыкального образа в контексте артиста. Условно говоря, аранжировщик, ну, если мы так опишем полностью всю пирамиду, есть продюсер. Продюсер — это человек, который придумывает концепцию, эстетику артиста.
То есть, чтобы звук был модный, да, сучасный? Нет, не там. Звук, это позиционирование. Грубо говоря, у нас есть Оля Полякова, которая много лет уже на, как бы, в статусе исполнительницы, артиста и так далее. И только последнее время она стала супер популярна, потому что был наконец-то сформирован правильный образ. Была некая жертва адекватностью, потому что у нас все хотят быть как Ани Лорак в красивых платьях. И все каких-то... Молодые, все молодые. Вот я общаюсь с огромным количеством молодых начинающих исполнителей, которые стремятся так или иначе попасть на сцену, на большую, на небольшую. У всех есть страх немножко, как сказать, показаться неадекватным, показаться немножко странным, потому что одеваться красиво... А? Для того, чтобы стать больше-меньше ведомым. Конечно, оглянитесь вокруг, включите телевизор. Где вы там увидите нормального, здорового человека? Это все люди, которые пожертвовали адекватностью. Винник, мне кажется, он такой нормальный, с вовчицами там бегает. Ну, да, конечно. Естественно. Но мы как бы говорим про все-таки вот эту самую пирамиду. И человек, который стоит во главе всей этой пирамиды, по большому счету, это продюсер. Это именно он придумывает идею, он придумывает эстетику артиста, позиционирование его на сцене, за занимание ниши. И туда же входит ответственность и за внешний вид, и за, не знаю, пресс-релизы, какие-то пресс-спичи. Да? Туда же и входит выбор стилистики, музыки, выбор текстов, наполнения и так далее. За ним идут дальше это саунд-продюсеры. Это человек, который, если мы говорим про музыку, да? Саунд-продюсер — человек, который придумывает, скажем, не придумывает, реализует именно стилистическое соответствие, то, что продюсер придумал. Он должен это все переварить и выразить с помощью музыкального продукта. Это соответствие стилю, соответствие аранжировке под артиста. Условно говоря, там Лолита не может исполнять фанк. Потому что, ну, как бы, это будет несоответствие, это не сработает. И единение... Тобто, дуже важливо, чтобы людина соответствовала тому жанру и тому стилю, в котором она должна быть. И мы видим, ну, очень много, сколько, за последние 15 лет в Украине появилось огромное количество артистов, и они даже в какой-то период были популярными, но потом все это сдулось. По тому же принципу. Человек брал на себя, одевал маску, в этой маске он какое-то время, скажем так, себя реализовывал, да, это было интересно. И как только оказывалось, что эта маска ему не подходит, проекты сдувались. Огромное количество людей, которые мечтали быть звездами, ими даже становились. Не проходило и 2 лет, когда все это рушилось и разваливалось. В принципе, еще есть и приклады західних зірок, які, в принципі, вони дуже відомими стають, але з часом, там, 2-3 роки вони максимум тримаються, а потім їх забувають. Ну, чи вони мають на то рассчитані? Ні, це різні речі, вони на то і рассчитані. Вообще, по большому счету, отличие, грубо говоря, западного шоу-бизнеса, да, от нашего, это, ну, скажем так, у нас несколько больше, ну что ли, творчества, да, ну как бы условно говоря. Я объясню. Вот. А у них все-таки бизнес. И это очень важно, как бы, эти вещи, скажем так, важно учитывать. Вот. Потому что у нас, в общем, дело в бабле. Вот, вкратце. Ага. Нужны деньги, чтобы артист был известным. Нужны... Высокое, а потом мы спускаемся на рынок. Нет, деньги — это самое высокое, что может быть в жизни артиста, к чему все стремятся. Пускай даже они об этом не говорят. Поэтому деньги, которые находятся в западном шоу-бизнесе, они очень грамотно распределены между теми же продюсерами, про которые мы сегодня говорили, саунд-продюсерами, ранжировщиками, студиями звукозаписями, лейблами, которые занимаются распространением, дистрибьюцией, реализацией всего этого дела. Не нужно думать, что все держится на одной только Леди Гаге, которая, условно говоря, там, она поет хорошие песни, она там экстравагантно выглядит. Это только вершина айсберга, за ней огромная команда, которая работает благодаря деньгам, полученным, допустим, из лейблов. В нашем случае все-таки лейблы и вообще рекординговые фирмы. А кто краще, Леди Гага чи Филипп Киркоров? Лучше для кого? Давай так. Ну, для слухачів, скажімо так. Для України?
например. Для пострадянського простору. Конечно, Філіп Кіркоров, он ближе. Конечно, він більш зрозумілий, да. Естественно, це чоловік, который... Просто я чому запитую, да. Тому що і там величезна команда є, але Леді Гага, вона скільки, 10 років, а Філіп, він з нами ще десь з 80-х років. Скоро 100 років буде, він, да. Но, він не короткий якийсь елемент, а він постійно залишається на цьому олімпі творчих людей. Діло в тому, що... Как тебе сказать, в нашей культуре слишком пафосное слово, да, ну, плюс-минус, да, а в нашем, скажем так, восприятии Киркорович нам ближе, Бедросович Филипп, потому что, по большому счету, этот человек с поколением, ну, допустим, моих родителей, он начал свою карьеру во времена, как бы, моего детства он уже существовал. И в нашем понимании с тобой, в общем-то, как и всех как бы людей плюс-минус нашего поколения... И с нашими внуками оно... вин закинчить. Или нет. Да, вот. Он также вжился, ну, как бы сказать, это определенный пласт нашего понимания нашей культуры. То есть он неотделим. Даже если ты не слушаешь Филиппа Киркорова на кассетах, на дисках, в наушниках, в машине, ты все равно каким-то образом знаешь. Я знаю людей, которые, они выросли исключительно, знаете, на джазе, они выросли на... венской классики или на исключительно британском. Сказать, что ты слушаешь джаз. Да. А завтра родину. Да. Ну, мы знаем все эти истории. Вот почему они. я фамилии этих людей даже знаю. Дело в том, что все мы, находясь в этом пространстве информационном, вне зависимости от наших предпочтений, будь то слушаем мы рок, блюз, джаз, кантри и так далее. Рэп. Мы все знаем песни Киркорова и Пугачевой. Как бы мы ни хотели их не знать, оно к нам приходит из каких-то вообще неведомых мест, с рынков, из маленьких динамичков, из магазинов. К нам это все приходит, и от этого мы неотделимы. Поэтому, конечно, он здесь будет жить гораздо дольше, чем Леди Гага. Ну, это феномен, все же, Филипп Киркоров, если так взять. Ну, потому что есть, например, виконавці, там, ну, про Шуру ми давно нічого не чуємо, там, Пети, мошенники і інші люди. А Філіп Бедросович, я... Він працює. Вот, да. Вони говорять, а він працює. Діло в тому, що він працює. І от скільки ми його знаємо, він працює. Є, як я вже говорив... І він жертвує адекватністю, як ми казали. Звісно, кілька разів в своїй житті він переступав черту і оказувався... На новом уровне, да-да. Дело в том, что, про что я и говорил, есть понятие творчества, это когда у тебя есть порыв, есть идея, ты с ней выстреливаешь в эфир, в люди, из-за того, что ты такой искренний, и твоя идея нова, это всем нравится, но как только заканчивается творчество, должен начинаться следующий этап шоу-бизнес, именно бизнес-часть, когда начинают крутиться деньги, когда ты вместо того, чтобы писать, как бы, посты в Фейсбуке, никому не нужные, ты должен писать песни. Если у тебя идеи, нет песни, ты можешь покупать песни. Ну, ты кажешь, ну, все крутится навколо грошей, естественно. Продюсер – это людина, яка платить, да, гроші? Тобто, пришла продюсер – это тот, кто отвечает перед теми людьми, кто платит. Вот так. Тобто, це передаточно звено Это человек, который находит, скажем так, который придумывает идею, да, который берет под эту идею у каких-то других людей деньги. Я знаю людей, которые квартиры продавали, чтобы просто вложить... Ну, они потом, лобода, правда, мы все, в принципе, знаем, что она очень много в разных примеров, квартиру, и, чтобы поехать на Евробачение. Условно говоря, принцип в том, чтобы продюсер, который берет деньги, он берет и ответственность за этого артиста, он берет ответственность за проект, за продукт перед огромным количеством, ну, то есть вообще ответственен за все. И когда артисты, как мы знаем, есть группа Viagra, в которой артисты менялись очень много раз, да, но однако проект как единица существовал всегда, благодаря Косте Меладзе. И все это происходит на, ну, как бы, достойном уровне, потому что кроме творчества... Костя Меладзе, он продюсер был, чи саунд-продюсер? Кто был саунд-продюсером взагалі у Viagra?
Там разное количество. Основной, как бы, основную, поскольку Костя выдающийся музыкант, он как бы, все это зацикливал, условно говоря, замыкал на себе, как на человека, который имеет не только математическое, да, какое-то, ну, то есть экономическое, точнее, уклон как менеджер, но еще и как музыкант, поэтому он все это дело контролировал. А уже аранжировщиками для Viagra было очень много разных людей в разные времена, в разные песни. И нет, ну там, в общем, очень длинная история. Поэтому, возвращаясь к Киркорову, могу сказать, что вся, где заканчивается творчество, должен начинаться шоу-бизнес. И тогда творчество опять в ходу. И тогда петля крутится может крутиться бесконечно. Те, кто не выдержал натиска под, возможно, медными трубами, кто-то из-за обильного употребления наркотиков, вот, беспорядочного. Да и так я бываю. Ну, тот же Шура неоднократно, да, который упомянутый, неоднократно признавался о том, что он, в общем-то, всю свою карьеру его погубила пагубная привычка употреблять. Поэтому, конечно, никаких денег не хватит. И вообще о каком творчестве, о какой музыке идет вообще речь, когда ты не в состоянии ничего сделать. Поэтому это такой довольно, скажем так, большой вопрос. Александр, я просто чому там навколо Віагри крутився, бо я знаю, що ти співпрацюєш... Ти крутився возле Віагри? Так, так, да. В нашій розмові я це робив. Це ти должен. А, ну, да. Ти співпрацюєш з Альоною Вінницькою. Це правда? Да, да, конечно. Ми з Альоною, з її супругом Сережею, він же продюсер, ми працюємо. Очень... Не жаліє вона, не жалкує, що вона залишила Віагру? Значит, во-первых, это так давно было. И во-вторых, ну, я не буду судить и как бы отвечать за них, это как бы отдельная история. Но с точки зрения, скажем, творческого потенциала у Алены, ну, вообще проекта Алена Винницкая, был, в общем-то, потрясающий успех. Вот, как раз чуйка продюсерская, вот, она подвела к тому, что это случился из такого гламурного, гламурной поп-группы Viagra, откалывается первый участник и делает свой поп-рок проект с электрическими гитарами, живыми барабанами, никакой фонограммы, только живье. Это было очень интересно и как бы на этой волне, ну как бы это, в общем, это было Viagra очень интересно. Это как такая школа, ну, наукова, да? Для очень многих. Я думаю, да, что я не совру, если скажу, что очень много, конечно, да, все, все, кто был в Viagra, потрясающе стартовали в дальнейшем. Аня Седокова. Это как бы такой плацдарм, но это как раз подкрепляет мои слова о том, что это бизнес. Это очень правильный, правильно выстроенный, концептуальный бизнес с идеей, с фінансами, ну і головне з музикою, тобто це все-таки. Тобто музика, ну просто да, виходить так, що ну це, мабуть, у тебе більш такий підхід бізнесовий, тому що ти спочатку кажеш фінанси, ідея, там все, а потім музика. Вже ти в самому кінці. Ні, музика це як средство. Ні, ні, тобто, неправильно. Ні, це паралельні речі. Якщо музика і немає оцього, те, що далі йде за тим, то, ну, маю на увазі, нема підтримки грошової, нема можливості там виходити на якісь телеканали. Тобто тільки музикою людина відомою не стане. Стане один год. Больше, к сожалению, не держится. Мы знаем огромное количество примеров, когда вообще, если мы говорим про как бы совсем фундаментальные вещи, в центре любого успешного творческого проекта, разумеется, есть творчество. Когда артист... Чем-то цікавый, хайп такий зловив, так? Даже без хайпа. Как бы, ну, хайп — это какая-то экстремальная должна быть какая-то ситуация, да, когда мы выстреливаем на экстриме. Но есть и не экстремальные примеры. Да? Просто когда хорошая, правильная песня, правильная песня. А есть приклады? Одразу, так, чтобы было зрозуміло. Ну, я думаю, что из как бы, рекордов, ну, последних лет, наверное, группа «Грибы». Вот это к слову о том, что это была исключительно идея, основанная на просто идее. Ну, мы сейчас разумеем, что там никаких, был это... Юрий Бардаш, это окей, людина, да, да, это как раз к слову о том, что он, да, 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 это, он знал, как нервы. Это работает. Но начинался проект «Грибы» как творческий порыв. Вот. И благодаря тому, что там собрались талантливые люди, которые каждый знали свое дело и в целом как бы, ну, умели, скажем так,
Робити продукт кінцевий. Да, сделать его. Мало придумать, надо еще как бы найти сделать. И они своими силами сделали вот то, что у них было на душе. Конечно, эта искренность подкупила всех, и продукт как бы выстрелил. Дальше подключился как раз бизнес, который смог этот продукт продолжить, да, продолжить написание идея, песен. Якщо ви вистрілили, то тоді підтягуються гроші, якщо вам цікаво. Да. Треба їх знаходити. Чи гроші самі можуть знайти? Чаще всего деньги тебя находят. Вот. Важно, на каких условиях. Поэтому есть кредитная история. Некоторые у бандитов занимали в 90-е или в 80-е даже. Поэтому истории разных. Поэтому мы багатьох из них зараз не бачимо. И уже давно, уже лет 20, как мы их даже, мы уже их даже забыли. Вот. Поэтому 90-е. Вот. Поэтому я думаю, что все это имеет, безусловно, огромный смысл. Но ты пытаешься все разделить. Творчество, денег, деньги, я творчество. Творча людина, да. Мне все ж творчество побеждает, если брать в целом, побеждает музыка. Если мы говорим про музыку, побеждает музыка, побеждает песня, побеждает харизматика и интересность артиста как персонажа. Если это искренне, это работает долго. Тобто ты не веришь в то, что если песня так себе, але в ней закачивается величезная кількість грошей, она работает до тех пор, пока деньги не заканчиваются. Как только деньги кончились, про песню все забыли. Если мы вспомним, была такая группа «Гринжолы». Лет, так это сколько, 14 назад. Да. Они даже на Евровидение ездили. Они были такие все современные, такие все патриотично настроенные ребята до тех пор, пока не кончились деньги. И, ну и все. Как бы, ну о чем тут говорить. И они полетели в улей. Куда? Вулей. Вулей? Вулык, да. А, ну да, до... улетели, на пасеку, да, конечно. Вот, в общем, я к тому говорю, что как раз это, к слову, о тех масках. Были деньги, да, было, скажем так, время, когда нужно было эти, ну, как бы, когда можно было эти деньги реализовать и вложить их в музыкальный, там было много очень проектов всяких разных, в том числе и музыкальный проект, и оно крутилось ровно год, ну, полтора. Как только деньги кончились, людям это, в общем-то, уже и ты не засунешь в уши, уже невозможно в радио слушать эту дурацкую песню уже сколько? Ну, ух ты, два года. Какие характеристики ты даешь? Все уже забыли, поверь, все уже забыли, никто даже не понял. Люди никто даже не помнит, не понимает, о чем я говорю. Поэтому самый я считаю, что... Самый вдалый продюсерский проект. Вот скажи, вот 2019 года, самый вдалый, вот на твой погляд, який просто разорвал всех. Ну, если мы возьмем, скажем так, за... За 19-й рік. От давай, на 18-й. Вне зависимости, музыка не музыка, все-таки мы сьогодні говоримо більше про естетику, про ідеологію, про концепцію. Про бачення в мінімум. Это вообще как бы, да, то есть позиционирование артиста у народа, безусловно, самый лучший проект в Украине, самый лучший продюсерский проект в мире – это Владимир Зеленский, безусловно. Это потрясающая вообще история. Хочет попасть в администрацию президента, да, працювати? Меня туда не пустят, да, уже. Вот, дело в том, что рассказать людям через телевизор, показать им актерскую игру. Он же был сопродюсером всех этих серий фильмов, сериалов. Вот, где он настолько уверенно и с точки зрения продюсинга, это был настолько грамотный, правильный, я не уверен, насколько продуманный, но, по крайней мере, оно было настолько искренне и честно сделано, что в этого персонажа, в этого героя, да, вот сценарно, как бы по сценарию, люди поверили во всей стране, практически люди поверили в этого героя, настолько поверили в, опять же, мы говорим про персонажа, про вот этого человека и сценария, про которого сняли фильм, настолько ему поверили, что выбрали его президентом реально, в реальной стране. Вы представляете? Это, в общем, ну, таких примеров в мире нету. Это самый крутой продюсерский проект 2019 года. Треба подивитися, може все ж и было, ну, в принципе, да. Да. На поначалу момент, не было, да. Как бы, ну, продумано ничего не было. Изначально это был порыв, потому что все уже устали. Это политика у нас конкурирует шоу-бизнесом по вообще
По всім параметрам. Да, ми просто маємо пам'ятати, що був Рейган в Сполучених Штатах Америки. Він перед цим вже був політичним діятелем. Його кар'єра була стартом. А тут люди голосували, а більше того, чому це проект продюсерски гениальный, они еще и денег заработали на прокате. То есть эти люди, мало того, что они заставили их проголосовать, они с них еще за это взяли деньги. То есть это президентская кампания, которая ну, была не то, что затратная, або в нуль, а в нас еще принесла. Я думаю, в несколько раз плюс да. просто был увеличен. Поэтому да, это, безусловно, это самое интересное. Что могло произойти с нами, ага, как я... с потребителями продюсерских каких-то проектов за последний год. Хотелось бы останнє запитання до тебе. Скажи, будь ласка, вот з'являється у тебе можливість замовити три бажання, які ти міг би використати на користь українському шоу-бізнесу. Що б ти побажав? Три речі українському шоу-бізнесу. Три вещи украинскому шоу-бизнесу. Может, чего-то не вистачає, может, что-то треба, чтобы поліпшилось, может, навпаки, треба когось. Ну, если мы как бы сатирическую нашу сторону немножко опустим и будем говорить серьезно. Не, только серьезно, да. Главное, что можно пожелать сегодняшнему, любому шоу-бизнесу, не обязательно, просто как бы артистам, которые начинают свой путь или его продолжают, это искренности. Вот именно трушность, есть такое слово профессиональное, трушность, именно его не хватает людям. Люди устали видеть блестящие наряды, высокие сцены, суперсофиты. Это интересно, но это отмирает. Сегодня честность, искренность побеждает и толкает вперед новую волну шоу-бизнеса. Поэтому, безусловно, первое – это, наверное, искренность артиста перед своим зрителем, искренность в текстах, такая же настоящесть, слово такое настоящесть, да, теперь у нас есть, вот, а в музыке, в исполнении, в шоу-программе, все это должно быть от души. Это первое. Второе, это, конечно же, новое поколение продюсеров. Сегодня огромное количество вообще информации, откуда можно брать. Это и интернеты, это иностранные встречи в Амстердаме, в Лондоне, в Германии. Есть как бы мероприятия, на которые собирают продюсеров, на которые собирают будущих менеджеров шоу-бизнеса и так далее, деятелей, где делятся с ними той информацией, которой раньше неоткуда было черпать. Поэтому больше насыщаться информацией, смотреть, читать книги, учить. Это все очень интересно, и это поможет предсказать, и главное, сформировать будущий шоу-бизнес уже 2020 года. И третье – это деньги, друзья мои. Деньги. Я хочу пожелать больше денег. Пускай крутится, пускай оно все заработает. У нас был простой, у нас вот эти все годы, это была такая машина, только начинала свой путь. Пускай 2020 год будет финансово успешным для всех нас, вне зависимости от того, каким бы мы, скажем, делом не занимались. Олександр, дуже дякую вас за вашу меркантильну позицію. Да. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування цікавимось думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що сьогодні вони нам розкажуть. Топ-блогери України. Ну что, как ни странно, но президент Зеленский держит слово. И после его вчерашнего заявления, а также заявления премьер-министра Гончарука и министра МВД Авакова, вчерашнему вечеру по всей стране массово начали закрываться залы с игровыми автоматами. Как закрыли? Да очень просто. И не потому, что это был незаконный бизнес, а попросту из-за того, что нардепы не приняли закон Украины про игровой бизнес. И Кабмин за одно заседание по указанию президента обнулил всем игральным заведениям лицензию. И они за пару часов стали вне закона. И вы посмотрите, как оперативненько все произошло. Без всяких обсуждений, без переходных периодов и прочей волокиты. Я на 100% поддерживаю закрытие этого вида бизнеса. И только потому, что из-за него количество судьбы людей, рушатся семьи и растет криминогенная ситуация на улице. В общем, с этим все понятно. Немає табу. Олександр, дуже дякую за те, що прийшов до нас сьогодні на передачу. Може, є щось таке, щоб ти хотів би побажати нашим телеглядачам? Новий рік рядом. Да, Новий год уже. Я хочу сказати, що в першу чергу я желаю всім нам поту
и по эту сторону экранов. Уверенности в себе, уверенности в своих ближних. И пускай весь этот наносной, выдуманный, слегка пафосный шоу-бизнес несет вам радость и праздник. Дякую, дякую. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.